Здравствуйте, компания Certec Херсон представляет новую градацию телефонов Lenovo. В чем особенность новой градации телефонов Lenovo? Как мы все знаем, и вы знаете, что компания Lenovo купила контрольный пакет компании HTC. Соответственно, все патенты, связанные с разработкой телефонов для Lenovo, перейдут от HTC. Это сделано для улучшения качества и невозможности в будущем получать судебное разбирательство по поводу там прав каких-то лицензионных, чтобы не было судов между Samsung там и iPhone, которые сейчас происходят в мире. Для этого они купили еще много лицензий у компании Motorola. Это разработки определенные для технологии 3G. Почему HTC новая градация? Вот телефон называется Lenovo A880. Ну, комплектация стандартная. Не знаю, наверное, наушники посмотрим. Ну да, видите, наушников нету в комплектации. Идет зарядное устройство 1,5 ампера. Идет зарядное устройство 1,5 ампера, наушники не комплектуются. Это 6-дюймовый телефон Lenovo A880. Обратите внимание, надпись Lenovo внизу и крышка задняя сделана по принципу, как это делают телефоны HTC. Более того, включение, качелька и даже стиль полностью прослеживается к HTC. Ну, очень мягкий, очень приятный на ощупь пластик, гибкий. Открыть крышку очень сложно, как в принципе и в HTC. То есть это уже видно влияние технологий. Я сейчас попробую открыть. А вот так вот. Все видно. Вот открылось. Смотрите, вот здесь нюанс. Видите нижнюю часть? Вот оно вставляется вот так вот. То есть это чисто дизайн HTC. Lenovo такого не было. Что здесь по батарее? Ну, первое, что мы видим, что это двухсимочный аппарат. Один из поддерживающих стандарт UMTS VCDMA. Второй GSM. Батарея 2500 мА. Это то, что мы видим визуально. Так, слаживаем, закрываем. Очень мягкий корпус, очень приятный на ощупь. Посмотрим, что представляет HTC по оболочке. Но хочу сказать, что Lenovo 880 это 6-дюймовый телефон. Расширение здесь 960 на 640, если не ошибаюсь. То есть оно достаточно крупное. Цифры будет все хорошо видно. Многие говорят, что лучше HD, там Full HD. Но когда сталкиваешься именно с проблемой посмотреть, что происходит, то есть когда плохо видно, как-то не очень хочется. Стандартная оболочка для него. Вибро. Ну вот можно посмотреть. То есть расширение большое, но оно как раз позволяет на таком большом телефоне очень хорошо все видеть, не ослепнуть. Камера в данном телефоне очень достойная. То есть она имеет те параметры, которые нужны, чтобы делать фотографии. Сейчас мы посмотрим с вами, что она пишет. ISO. Максимальный ISO 1600, соответственно, мегапиксели, размер фотографии, 5-мегапиксельная камера. То есть при таком ISO мы сейчас сделаем фотографию, посмотрим на эту фотографию. Ну, как видите, 5 мегапикселей в этом телефоне. Это гораздо лучше, чем 8 некоторых других.
Очень качественная камера, есть и передняя камера, так это полноценный флабет, это сейчас так называется. По прошивочке у нас прошивка, конечно, одна из старых стоит, наверняка будет какое-то обновление, она полностью, как видим, русифицирована. Так. Android 4.2.2, прошивка модуля связи 13 года, так что 13 версия на Lenovo 800. Ну что хочу сказать, если вам не хочется носить очень большой планшет и не хочется как бы занимать много места, а получить недорогой надежный телефон с качественным изображением, и при этом это будет почти планшет, приятный на ощупь, более-менее нормальной камерой, то это ваш выбор. Цена его очень радостная. То есть данный телефон имеет очень доступную цену и является ярким представителем новой градации телефонов Lenovo.